последнее время 51-летнего Филиппа Киркорова все чаще замечают в компании 35-летней Каси Гусевой, известного диджея. Катя сопровождает певца в его концертном туре, проводит время с его семьей и детьми. В новом интервью певец впервые рассказал о своих новых отношениях. Катя – разносторонняя девушка, у нее хорошее воспитание, интеллигентная семья, прокомментировал Киркоров. Певец добавил: «Еще для меня важно, когда человек, который находится рядом, понимает без слов и порой просто не мешает, так как часто я концентрируюсь на работе, ухожу в себя». Катя как раз из таких. Кроме того, Киркоров рассказал: «Катя же как инопланетянка, не похожая на общую массу людей, правильная, с очень сложной судьбой, всего добившаяся сама. Ценю в ней скромность, культуру общения, умение выслушать и всегда выглядеть привлекательно. В данный момент нам просто хорошо вместе». Сама Гусева рассказала о знакомстве с Киркоровым. По словам диджея, сблизились они с певцом осенью 2017 года, когда артист предложил девушке с ним поужинать.